Всем привет, друзья! Мы приехали на нашу дачу. А мы можем тоже к тебе залезть? Пожалуйста. Не, Ева просто на самом деле гоняет кошку. А вон кошка. Полина, всем привет! Кошка! Коль, всем... Помогайте! Полина, здоровайся! Всем привет! Багажник у нас сегодня переполнен. Смотрите. За все держится. Держится, даже ничего не падает. Ты как-то на слюне, на сопли приклеил, да? Да. Скажи, что мы уже сорвали там. Вишенка у нас выросла. Покажи вишенку. О, да кушай. Вишенка. Где-то у нас еще там было дерево целое. Немножко есть. Дайте мне тоже одну. Спасибо. У нас даже уже Антоновка. Смотрите, какая. Короче, меня не было 2 недели. Все изменилось. Очень. Только приехали на дачу. Погода нелетная. Сильный-сильный ветер, ураган. Тучи какие-то. Будет, наверное, дождь. Мы приехали на 3 дня. Но будем сидеть в доме. Покажу вам, что мы купили сегодня. Это колбаски Alus Destinies какие-то на костре. Они очень вкусные. Forever. Безалкогольные. Яйца взяли. Нам здесь 3 дня жить, короче. Взяли мини-сосисечки Forever, все такие малюсенькие, очень вкусные. 3 литра молока. Нам пора заводить корову. Так. Это ветчина. Сыр. Рис. Йогурт. Кетчуп взяли, масло, взяли курицу, стинсис, это мякоть получается без косточки, на костре что-то сделаем, сметаны целая упаковка, 2 сыра. Девчонки себе по персику взяли, или нектарину, не знаю, персик кажется, взяли круассаны, сейчас кофе перекусим. Виноград. Поля мимо пройти не смогла. Хлеб. Эти ушки сладкие. Печеньки. На даче, кстати, такой аппетит, что постоянно хочется, чтобы что-то было грызть. Хлеб. Шампунь взяли на дачу. Взяли средства для посуды. Огурцы. Бальзам. В бане хочу, чтобы, ну, всегда был. Как бы в прошлый раз мы уже истратили, когда мылись. Любимый детский роллтон, блин. Не могу терпеть, не могу, когда они его едят. Что у нас? Майонез и куча сырочков наших Карумс. И помидорки. Да, хлопья. И помидоры. Так что жить будем. Наш папа, конечно, в такую погоду на даче находит себе занятия. Я не знаю, мы с девчонками планируем сидеть в доме, в комнате, потому что Колька уже забежала, смотрит мультики. Миленка вишню собирает. Кстати, мы вот заехали, показали, там очень много вишни. И все, что не съедим, сделаем варенье. Однажды мы какой-то год тоже варили из нашей вишни варенье с косточками. Во, было обалденно, с чайком, да? Там будет на варенье, хоть на баночку? Миленка молодец, уже собрала полтазика вишни. Сама стоит там на стремянке, лазит, собирает. Сказала, отдохнет, потом продолжит. Умничка. В доме сижу, короче, шторы поменяла на кухне. Убираю, сейчас буду еще пылесосить. В общем, когда на улице жарко и солнце, вот тогда не хочется в доме ничего делать. А сейчас самая умного еще та, снимаю против света. В общем, такие бабочки теперь у нас на даче, на кухне. Красота. Папка наш траву пылесосит, пока я хочу комнату пропылесосить. Ну, короче, газон косит, подстригает. А я пойду поищу детей. Они должны собирать шишки. Вы прям как грибники. Поль, я говорила, в этих сапогах не бегать. Она бегает. Ева! Короче, нужны сосновые шишки. Куда мы их будем? В розы, как удобрение и для красоты. Много их хоть? Нет шишек? Да. Есть? У меня, видите, какая модная прическа сегодня?
и вообще. Мне кажется, я такая огромная, ребята. Как будто у меня уже... А, кто-то недавно сказал, что мне кажется, что я год уже беременная хожу. Мне то, что кажется. Да. Давай я помогу, здесь пособираем. Поль, здесь много. Давай здесь вместе с тобой. Вот такие мне нужны. Я с тобой пойду, провожу тебя, не плачь. В общем, мы тут на перекрестке все встретились, да? Привет. Совершенно случайно. Всем привет. Я думал, ты косишь. Да, там. Я косу, если у меня... Надержи я уже, камеру. Я уже устал сегодня косить. Просто... Сегодня еще тебя с ног ветер сбивает, наверное. Не. Просто, когда я приезжаю отдельно косить, то я косу отдельно. Просто когда нужно косить, то я приезжаю отдельно, никто меня не дергает, это меня не дергают, дети меня тоже не дергают. А сейчас мы тебя вообще не трогаем сегодня, я вообще в доме убираюсь. Молодец. Шторочки, пол, все дела. Молодец. Давай, беги. Так, мы эти шишечки, что наши детки собирают, мы их сыпем вот под розы. Я хочу вот здесь вот полностью все засыпать. Так получается. И подкормка для роз, и очень красиво и уютно. Правильно, Поль? Что такое у тебя соплики? Ай-яй-яй-яй. Давай. Во. Аккуратно, розы. Миленка, там будет еще розы? Ой, эти шишки. Нет, все уже? Все полностью собрали? Ну ничего, потихонечку. Не будем делать, да? Посмотрите, как у нас романтично. Анастасия Сергеевна приготовила такой ужин. На типа. Улице такой дубак. Да, на улице холодно очень, 15 градусов. А ты не будешь, да? Аж камера чуть-чуть запотела. Подожди. У нас сегодня необычный дачный этот самый рис. Салат. Салатик? Рис. Да, вон там вот рис. Это офигенный сок. А это что? А, это куриные наггетсы, да? Да, сядь. Да, окей, дети, сейчас будем кушать, трапезничать. Сел, сейчас будем кушать. Смотрите, как у нас похолодало. Там у нас майка, футболка, жилетка, кофта, еще одна теплая кофта, да? И куртка, почти зимняя. Вот, у нас очень холодно, 14 градусов и ураганный ветер. Друзья, у нас уже вечер. Она в телефоне, смотрит свой инстаграм. У нас костер. Миленка у нас сегодня за шеф-повара. Да, Милен? Она жарит сосиски. Покажу тебе шапку. В бале минералов нет, правильно. А Полька у нас на коленях смотрит планшет. Да, Полин? Интересно, дочь? Улыбнись. Моника, да, бабушка Света. Моника в саду отвернулась. А вот наш, как вы все фанатеете, наш перевозной костер. Перевозной. Переносной. Берешь и несешь. А мы сейчас находимся в бане. И в бане варится моя теща. Потеет очень сильно. Где ты? Тут вот, я, вот, бабушка Света. Как тебе банька? Класс. Супер, да? Супер. Молодец. Сейчас я протру нормально. Во. Упасть. Может, вы хотите что-нибудь сказать? Да, я хочу передать привет всем подписчикам. Спасибо большое. Ставьте лайки. Спасибо. Друзья, всем доброе утро. У нас уже новый день. Мы вчера очень прекрасно попарились в парилочке. Вчера приходили в гости тесть, теща. Вот, так что сейчас я уже сделаю завтрак. Настеньке уже приготовил кофеек. Сейчас я пожарю такие яички у нас сами омега-3. Очень вкусные яйца. Это не реклама. И сегодня должны еще приехать мои родители тоже. Мама, папа, братья. Не знаю, по идее, брат тоже должен приехать из Риги. Вот. Так что будем ждать сегодня тоже гостей. Зайка, скажи всем доброе утро. Нет. Почему? У меня бровей нет. Ну вот, я уже приготовил завтрак себе и Настеньке. И заметьте, как я приготовил Настеньке, как я себе приготовил. Все самое лучшее и красивое жене, супруге. Правильно? Безбровная. Зайка, блин, у нас здесь такой ветер, просто капут, не? Ураганище, ветрище. Второй день ветер, и, кстати, ну дождя хотя бы не было. Но когда ветер, зато нет этих мух. Здесь уже Миленочка написала кое-что, вы все сейчас прочитаете.
Полиночка катается на велосипеде, да, Поль? Кстати, еще Настеньке сегодня почему-то очень плохо, ее очень мучает изжога, и мы не знаем, что уже делать. Мы уже, Настенька выпила уже 3 литра молока, она превратилась в корову, но все равно у нее изжога. Я этим молоком мне тоже скоро буду. Скоро буду тебя доить. В общем, у нас опять дискотека, ждем гостей, развлекаемся с этим ветром как можем. Я пока лежу сегодня целый день. Плохо что-то. Папа нас подметает. Ничего не видно. Помаши хоть мне ручкой, видно тебя, не видно. Та-та-та. Весело, Полька? Как бы я ни поставила камеру поснимать папу, Полиночка садится перед объективом. И на крышу. Это вообще-то женский транспорт. Зря ты украл у меня его. Не, ну Полька, засранка, а? Поля, а ты как сейчас танцевала? Покажи. Да? Что-то конкретно плохо, изжога, весь живот мне болит как будто. И нет сил, хочется просто лежать. Сейчас вот дети стоят и ждут, когда приедет бабушка. Она уже вон там уже открыла ворота, и они уже должны ехать. Правильно, Мань? Вот они приезжают к нам. Наконец-то, целый день ждем. Ева. Ева пошла встречать. Сережа, привет. Как дела? Нормально. Дед, привет. Как дела? Бабушка, привет. Привет. Ты как привет, терминатор, блин. Мам, привет. Короче, приехали родители, привезли еды на целых 2 дня. Охрень, офигеть. Мы сегодня будем делать шашлычок из такой вот курочки. Вот, и будем ее мариновать в майонезе. Такую приправку. И специально тоже Санта-Марике приправка для куриц. Там все эти пользуются добавочки. Кстати, я Занька взял майонез такой, да? Чесночный. Да. Мне кажется, будет офигенно пальчики оближешь. Ну да, да, хорошо. Да, знаешь этот майонез? Так, ну вот мы все замариновали. Мясо. Сейчас мы подождем часика 2. Ну это так. Шашлычок такой из куриной филе по-быстрому очень. Миленка с дядей разжигает угли, да, дочь? Ну и как у вас получается? У нас есть такая специальная штучка, куда засыпаешь угли, а потом сюда пихаешь газетку, и там эти угли разогреваются, становятся красивее. Это все сделали наши девочки. Они такие умнички у нас сегодня. Монечка тоже умничка. Да, просто. И Занька тоже умничка. Вот наши угли подошли. Мы сейчас высыпаем. Вау. Fire show прям. Угли интересные. Как камушки в бане. И вот мы положили уже нашу курочку. Так что ждем, когда будут пальчики объедения. До сих пор не знаю почему. Друзья, всем привет. Мы 3 дня отдыхали на даче. С погодой нам не повезло. К нам приехало много родственников, почти все. Вот. Так что мы иной раз брали камеру, кое-что вам показывали. Может быть, получилось не очень, но мы старались кое-что вам показать. Вот, девчонки мои все отдыхают, они очень устали. Потому что, честно, я удивлен, как они выдержали 3 дня на даче быть. Это просто для них, мне кажется, это было испытание. Миленка у нас на улице, потому что она девочка двора, она без улицы не может. Моника отдыхает. Настюшка с Полькой отдыхают, они очень устали.
Но я не знаю, может, у нас уже лето закончилось или что, но с погодой вообще голяк. 15 градусов, очень сильный ветер. Напишите, может, кто-нибудь знает, к нам вернется лето, не вернется лето. Вот, сейчас я пойду себе сделаю такой небольшой ужин, потому что что-то захотелось перекусить и буду монтировать видео. Так что, если что, там не обижайтесь, может, там что-то мы мало показали или что-то там не совпадает по этому. А, вспомнил, по сюжетной линии. Ну, как есть, так есть. Так что ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. И на сегодня та-та-та.